За много лет вода точит камень, а за два дня вымывает карьер. Доказательство тому – участок дороги на восходе, где после проливных дождей образовался провал. Виной всему – сильный поток с ближайших сопок. Делаем все возможное, чтобы дороги не размывало. Ремонтируем, засыпаем околом, равняем экскаватором. Участок можно назвать аварийным. На протяжении 100 метров исчезла обочина и часть полосы для движения. Глубина провала больше 2 метров. Рабочие с утра трудятся на месте. По расчетам дорожников, чтобы засыпать промоину, понадобится около 500 кубометров скального грунта. По плану закончить работы на этом участке нужно до конца дня. Бригада настроена решительно. Мужчины готовы трудиться до позднего вечера, чтобы уложиться в срок. Анна Клыга, Антон Войцеховский, Телемикс.